Досрочная новость, друзья. Только что весь российский шоу-бизнес узнал об этой всей трагедии. Подпишитесь, друзья, на наш канал. Интересные новости только у нас каждое утро. Все вы, наверное, помните известную советскую российскую певицу Наталью Ветлицкую. Сегодня рано утром певица разместила в блоге обращение к своим поклонникам, в котором подробно рассказала о своей жуткой болезни. Певица поделилась с публикой тревожными известиями. На днях известной артистке стало очень плохо. Какая-то странная боль в области груди, а уже вечером внезапно запершила в горле и начала покашливать. На данный момент, дорогие друзья, говорит Наталья Ветлицкая, я госпитализирована в больницу, лежу в отдельной палате. Медики пока ничего не говорят, взяли несколько анализов. Ждем подробностей, друзья, очень переживаем за Наталью Ветлицкую. Хотелось бы надеяться на то, что с ней все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями.